Мир текстильных кукол полон очарования, творчества и удивительных секретов. За каждой куклой ручной работы стоит своя история и кропотливый труд мастера. Давайте погрузимся в этот завораживающий мир и откроем для себя интересные факты о создании текстильных кукол. В отличие от фабричных кукол, текстильные куклы всегда неповторимы. Даже если мастер использует одну и ту же выкройку, каждая кукла будет иметь свой собственный характер и свои особенности. Это делает их по-настоящему уникальными и ценными. Для создания текстильных кукол используется широкий спектр материалов. От традиционных хлопковых и льняных тканей до бархата, шелка, кружева. Мастера экспериментируют с фактурами, цветами и принтами, чтобы добиться желаемого образа и настроения куклы. Выкройка – это основа любой текстильной куклы. От ее точности и правильности зависит финальный результат. Многие мастера разрабатывают свои собственные выкройки, учитывая пропорции и детали, чтобы создать гармоничную и реалистичную куклу. Лицо куклы – это ее душа и характер. Мастера уделяют особое внимание деталям лица – глазам, губам, носу. Некоторые художники расписывают лица вручную, добиваясь удивительной выразительности и реалистичности. Создание причесок для текстильных кукол – это отдельное искусство. Мастера используют различные техники – от прошивания волос иглой до создания париков из шерсти или синтетических тресс. Правильно подобранная прическа может полностью преобразить образ куклы. Одежда и аксессуары также играют важную роль в создании образа текстильной куклы. Многие мастера шьют миниатюрные наряды, точно копируя исторические костюмы или следуя современным тенденциям моды. Каждая деталь, от крошечных пуговиц до кружевных воротничков, требует кропотливой работы и внимания. Создание текстильной куклы – это трудоемкий процесс, который требует времени и терпения. От разработки эскиза до финальных штрихов может пройти несколько дней или даже недель. Каждый стежок, каждая деталь – это результат усердной работы и любви к своему делу. Многие текстильные куклы имеют свой собственный характер и историю. Неудивительно, что такие куклы становятся настоящими друзьями для своих владельцев. Текстильные куклы – это удивительный мир, полный творчества, мастерства и волшебства. За каждой куклой стоит своя история и бесконечная любовь мастера к своему делу. От выбора материалов до мельчайших деталей создание текстильной куклы – это настоящее искусство, которое требует терпения, умения и творческого подхода. Познавая тайны текстильного мастерства, мы открываем для себя не просто интересные факты, но и целую вселенную, где оживают сказочные персонажи и воплощаются самые смелые фантазии. Каждая кукла уникальна и неповторима. Она несет в себе частичку души своего создателя и дарит радость своим обладателям. Текстильные куклы не просто игрушки. Они хранят в себе тепло рук мастера и очарование ручной работы и напоминают нам о важности сохранения традиций и ценности творчества в нашей жизни. Так давайте же ценить и восхищаться удивительным миром текстильных кукол, открывая для себя все новые и новые грани этого прекрасного искусства. Пусть каждая кукла, созданная с любовью и мастерством, находит свой дом и дарит своим обладателям радость, уют и частичку волшебства. Что ж, на этом наше знакомство с увлекательным миром текстильных кукол пока подходит к концу. Но это лишь начало вашего увлекательного путешествия в этой волшебной стране. Впереди вас ждет еще много открытий и новых творческих вершин.
загляните на главную страницу моего канала, где вы найдете целую коллекцию вдохновляющих видео и мастер-классов. Здесь вы сможете почерпнуть идеи для создания своих, собственных, уникальных кукольных образов. И не забудьте оставить свой комментарий под этим видео. Мне очень важно знать ваше мнение, какие темы вас интересуют и что бы вы хотели увидеть в будущем. А если вы готовы продолжить это увлекательное путешествие вместе со мной, обязательно подпишитесь на мой канал. До новых встреч, друзья!